Привет, я Лена. Я городской лесничий Бреста. Я представляю проект «Маршрут по вековым деревьям». Это экскурсия, вот, которая пролегает по центру города Бреста и рассказывает о вековых деревьях, о древних, столетних деревьях города Бреста. Вот, и плюс еще о всяких очень интересных зеленых зонах города Бреста, которые еще сохранились, вот, которые, ну, представляют собой интерес всякий разный, как эстетически, так и экологически. Я надумала этот проект вообще 3 года тому назад, у меня была мечта сделать этот проект. Почему? Потому что вековых деревьев не так много, и, кроме всего прочего, город активно пытается вырубить их. Сама экскурсия длилась 2,5 часа. И первоначально я думала организовать и провести одну экскурсию сперва, вот, но настолько было много желающих, как бы на первую экскурсию записалось около 25 человек, что я решила организовать еще одну. Мы прошли, получается, от набережной, от столетней Шелковицы до практически вокзала. Мне очень понравилось. Вообще люди, которые интересуются деревьями, это уже заведомо, ну, как бы диагноз, мне кажется, добротный такой, хороший, вот. Вообще, отклики очень хорошие, и, ну, и это заряжает. Очень классно, когда ты в конце экскурсии не чувствуешь какой-то тяжести, наоборот, чувствуешь такое вдохновение и кучу энергии. Вот. Спасибо каждому, кто пришел, и я надеюсь, что эти экскурсии будут продолжаться и продолжаться. Вот.